Всем привет на моем 81-м стриме. И мы продолжаем проходить игру Lost Odyssey. Это уже 10-я часть. Я сделал довольно-таки большой перерыв. Ну, дела там, магистерская, все такое. Поэтому уже, честно говоря, не очень помню, на чем остановились. Ну, хотя не, помню, там мы вроде бы в какой-то колдуне, да, пришли. Ну, в общем, сейчас будем вспоминать уже вместе, что там, к чему было. Надеюсь, никаких технических проблем не возникнет. Те, что было в одной из предыдущих серий, когда я напрямую с платозахвата брал видео, там отставание звука шло. Но сейчас протестировали, вроде бы нормально перед стримом. Привет, мистер Набавнение. Так. А, да, тут мы нашли зеркало, которое нас перемещает в прошлое. И обратно... Другое зеркало обратно перемещает сюда, в настоящее. Так, у нас здесь есть во дворе некие символы. Привет, Тор, привет, Снап. Так. Что за символы? Пут, мы же там можем что-то положить, правда? Ну, не ну, нажимаю. Что? Celestial Plate. Телефон? Какой телефон? Да он и так далеко лежит вообще-то. Так, сейчас, возможно, это планшет. Вырубил 3G, наверное. Так, I expected this. Я пропустил это. Ну, типа, я забыл об этом, да? Типа, мы не сможем открыть, пока у нас нету всех этих пластин. Ну, чтобы заполнить эти дырки в полу. А, не ожидал. Да, мистер Набавнение, здесь много английского текста, причем это еще немного, то, что ты сейчас видишь. Вот когда будет воспоминание тысячелетнее, вот там будет много текста. Если оно будет в этой серии. Забыл, как там с ними биться, если честно. Ну, попробуем... А, вот эти, по-моему, физическая атака на них не проходит. Или, наоборот, магия на них не проходит. По-моему, магия на них не проходит. Потому что попробуем ударить. Мин, пусть... А, у него композитная магия есть. Ну, пусть жгет всех. Игру потише. О, ну сейчас. Мне это тут переключать надо. Сейчас. Монитор переключать. Переключается он секунд 7. Так. Достаточно потише или еще? Жду ваших. Заметил разницу, лол. А так. 10% уже громкость.
Ок. Обратно переключаюсь. Так, что у нас там кубка стоит? А у нее черная магия есть? А, она призму может? Ну пусть призму. Тут вот Дженсен. Ну, пусть тоже призму. А, забыл про это. Это магию не... А, книжка там. Я вообще не видел. Ого. Я вначале вообще книжку эту не заметил. Все, книжку уничтожаю в первую очередь. Даже если она под GC. А, он не может ничего сделать. Ясно. Ну, пусть хоть книжку ударит. Нет книжки. Ну, 9. Силен. Так, этого физическими надо пробивать. Ну, физическими, значит, А, там есть сила, это не у нее. А, ну, кстати, пусть она бесплатно полечит Каймы, что ли, или себя вон. Не, Кайма, он впереди стоит. А, уже никого не полечит. Ну, посмотрим, что тут лежит в сундуке. Открывать будешь? Кюрол, ну, полезно. О, пластина. Ок. А перелезть этот куст, это вообще, это же нереально. Просто невозможно. Вандализм зло. А кто сказал, что они добрые? Они, у них просто свои интересы, не совпадающие там с интересами некоторых других персонажей. Ладно, пусть... А, нет, она пусть нападает. Она нападает. А Кук будет бесплатно лечить, а Дженсен пусть Зефир. Нет, так ладно через калитку лазить, она хотя бы высокая, а вот эти кусты, их, по-моему, перепрыгнуть можно. А, ну ладно, так они вроде высокие чуть, ну перелезть точно можно. Разрубить он своим мечом этим огромным. А, опять эта книга, лол.
Интересный вариант. Да, вон там калитку видно на фоне, ее там сбоку можно перешагнуть просто. Не, ладно, будем считать, что там магическое какое-то, ну короче, типа, знаешь, запечать, печать магическая, нельзя перейти, невидимая стена. Где трупы? Нет ни одного трупа. Ладно, маги пусть все лечат сейчас пока. А, он запечатан. Ну, может, что-то украдет ради прикола. Немножко не успел вылечить, что я поделал. Так, сколько у него там? Три... Ой, они еще крепкие. Ясно. Пусть бьют тогда. А пусть он все-таки пытается что-то украсть. Где труп? Нету трупа. А, 0-0, ясно. Магия. Не, вроде воскрешения нет еще. Так, у него композитная есть, но она слабая, не знаю. Ну пусть хоть, ну хоть что-то ударит. GC смысла повышать нету сейчас. А что за спирит? А, Shadow можно попробовать. Минг, давай лечи уже всех. И ты лечи, Кайма. А, блин, они запечатанные. У них, наверное, нечем. Ой, Кайм на волоске. Не, наверное, у них ничего нельзя украсть, скорее всего. Так, ну все более-менее живые, кроме одного неудачника. Но смысла им лечить нет, он лечит очень мало. Так что пусть атакует хотя бы как-то. А она пусть тогда лечит. А Минг тоже атакует. Ну это бесплатно, естественно, лечит. А он вообще ничего не может. Пусть дефенд. Ну он ничего не может, а физически атаковать им это... А, ну физические атаки-то по ним не проходят вообще, а магии он не может.
Украсть он тоже не может. В итоге бесполезно. А, Торн, у меня качество притили. Так что никого кача. Какое ГГ? Не. Ну просто одно это. Ну, одна там отдохнуть легла, она не привыкла в боях находиться. Ты все никак не можешь забыть этот момент. Оу, магию уже почти никто не умеет. Камень еще. Так, а у меня нету типа магию восстановить, ну, способность. А, бомбы есть. Ну на тебе бомбу. Так, а у нее нету этой магии. А, вот, Cure Seal, кстати, лол. Ого, бомба-то эффективная. Ладно, у меня хотя бы есть магия антисил, надо... Ее надо сразу, значит, от сил избавляться сразу, чтобы не успел накопиться на всех. Пофигу, пусть... А, вот, стопа. А, ну... Ну ладно, пусть прейер тогда. Ну, может, он успеет вылечить. Удачно. Этот дефенд поставил. Фух, ну как-то хотя бы это выехал. О, это окаменело. Ну и пофигу на нее, в принципе. Ну она опыта вроде не получит, да? Так, а у меня нету антикамень. Да, пусть сжигает. Okay, чё-то какой-то затяжённый бой получился. Кайм выучил композитную магию, а Минг выучила Гуард Хилл. Да, это обычные.
Так, композитную он выучил. Это у него был одет какой-то предмет. Так, что бы теперь еще ему выучить? Не знаю, пусть учит любое, ничего нормального нет уже. Так, у него есть этот скилл-то антисил? Хотя не, ему меньше всего нужен, в принципе. А, бой пропустил, он не страшно, ладно. Так, что там, кто выучил? Минг что-то выучил. Гвардхилл, это тоже какой-то предмет. Рекордсмен, Критикал Холл, так, Слип, Килалон. Вот это может поставить ей. Ну да, больше ничего интересного, в принципе, нету. Так, а получается, что нету, да, антисил кольца? А, оно не защищает, да? Наоборот, что ли, накладывают? Вопрос, типа, когда Тоха, что ли, будет? У него ничего. А, не, у него против паралича стоит. Привет, Гоги Бестье. Не знаю, когда Тоха будет, но вот надо просто с этой игрой уже заканчивать, а тут какой заканчивать, я походу только до половины дошел. В лучшем случае. Так, ну, значит, у меня нет этого кольца. Сейчас секунду поставлю планшет на зарядку, а то он постоянно экран тухнет, и мне приходится нажимать, чтобы чатик видеть. О, все. Ну, в принципе, не знаю, вроде бы. Нечего тут особо больше поставить. А может быть у кого-то есть выученные эти скиллы-то или нет? Антисил. Анти. Не, нету. Если у него нет, то скорее всего ни у кого нету. А, стоп! Понятно, почему на нее не наложили. У нее как раз-таки есть. А откуда у нее? Это, походу, у нее врожденный. Не, вряд ли выйдет 5 новых частей, потому что они же выходят там раз в год или в два, что-то такое, да? Ну ладно, побежали дальше. А мне одной не хватает тогда.
пластины. Ну как, с чего она может учить? А, может, стоп, а может кто-то сейчас учит? Так, она вообще не может учить. Ну да, здесь же учат-то только эти. Нет, это странно. В смысле, неправильно ставлю. А, неправильно камни эти ставлю? Да это я знаю, но мне надо вначале 4 найти. А где я 4 возьму? Где 4 это? Может, надо в зазеркалье войти? И там будет. Не, нету. Что? Четвертый уже уровень? Белой магии. Так а кто это учит? Так, она только третью, а на третий уровень спирит учит. Так, ну не очень понятно, куда сейчас идти и что делать. А у тебя скриншот снап сохранился тот? Сейчас я на 2 минуты отойду.
Так, вернулся. Так, вижу скриншот. Надо бы еще разобраться, какая пластина, как называется, ну то есть картинка какой пластине соответствует. Ну посмотрим хотя бы, поставим те, которые есть, как надо. А, ну там, в принципе, видно. Вон тот горшочек. Его надо направо поставить. Да не опен. Стоп, а я что, не могу забрать? А. А, походу его нельзя забрать, это означает то, что он есть там, то есть он там должен быть. Если он там должен быть, то значит это лук, ну или что это, да, на лук похоже, или что-то такое. Это должен быть от него, то есть для нас это слева будет. Да забери ты его. Сейчас еще нападет кто-нибудь. Да, по-любому. Две книги. Так, одну книгу надо сразу уничтожить. Тут она пусть, ну скажем, водой. Я их даже не полечил, ну тогда давай хила. А, не хила, это я помню. Что такое? Зефир пусть. Ну, пусть призму. Они там все маги, и нужно их пить. Учитывая, что там зазеркали, я понял тебя, Снап. Ну, посмотрим. Вначале поставим как есть. Но мысль твоя понял. Дефенд что ли сходит хотя бы вдвоем. Что бы есть кастовать? Пусть хилу сделает на Кайма. Так, никто не развалился. Но после призмы. После призмы книжка и боец упали. О, 942. Она отлично лечит просто. А, их физическими бесполезно даже разбить. Ну пусть огнем. Шеду огнем не буду композитным.
А, она пусть вообще без... Ну, если успеет, бесплатно сет полечит. Тоже огнем. Ну, я думаю, до них даже не дойдет очередь, скорее всего. Ой, так мало тратит. А, или потому что у него уже мало оставалось. Так, куча получили предметов. Как-то он криво это удаляет все. Ну, я попробую пока что... Ну... Ну ты понял, этот... А, анонимак, ну да. Попробую пока не в зеркальном. Ну то есть так, как есть. Хотя, стоп, еще раз на скрин посмотрю. Стрелка-то в другом положении. Тут стрелка указывает на... На кувшин, а там... Ну, может быть, это не имеет значения, но посмотрим. Так, а тот как выглядит оставшийся, что-то я не запомнил. Стоп, не, где? А тут нельзя посмотреть? Стоп, так вот это неймплейт, это не то, что ли? Странно, нельзя посмотреть, как оно выглядит. Ну, ладно, поставим это сюда. Это вот это круглое. Стоп, еще раз. Что это такое тут вообще? А. Не, неправильно я поставил. Привет, Аленчик. Играл Lost Odyssey с Xbox 360 JRPG японская. Вот, осталось одно. Пластину. Вопрос, где ее взять? Что-то, естественно, я даже не представляю, где искать-то. Я вроде все обшарил, в принципе. Ну да, вот. Это, кстати, игра от создателей Final Fantasy. И музыку даже здесь писал этот... Как его? Набуо. Ну, короче, который писал к финалке 1-10. А, я тут не могу зайти, кстати. Ой, Мацу. Ну да. Ой. Интересно. Мне надо, наверное, с той стороны только заходить. Да, домик такой жутковатый.
Даже нажимать ничего не надо, чтобы туда войти. Стоп, нас же тут тоже нападают, надо их полечить уже наконец-то. Да, вот это у него здоровье. Целый вагон. А, ну... 12-ю я вообще еще не играл, я только до 9-й. Так, книжки. Ну пусть призму. Так как я всех вылечил, так что чё им особо. Конечно, можно было там GC подержать, но мне кажется, это нет необходимости. Континью. Оу. Больно. Неплохо. Добьют. О, антикамень сет выучила. Да жесть, на него маны тратить. Не, ну двери не открываются. Ну, то есть их даже не пытается он открыть. Как будто это просто стена. Я же не мог какую-то мусорку тут пропустить. Необходимость выучить лицензию, чтобы одеть шапку. Прикольная там система. Ну, в принципе...
почти по той же схеме буду атаковать. Призма. И тут тоже призма. Только теперь я уничтожил сразу одну книжку, так что Кайма уже вряд ли убьют. А, ну косяк. Так, а Кук тогда, ну, не знаю, пусть себя вылечит, если успеет, конечно. Ну все, книжек нет. Ну, снап, я не знаю, но я когда дойду до этой финалки, тогда уже увижу. Но, конечно, звучит как-то жестко. Выучил кризис концентрейшн, а Минк выучил стенд рейти. А что? А, я еще и поворачивать могу. И что это дает? А, ну... Да, у меня, в принципе, нету именно этой, да? Так, стоп, ничего не делай. А там в реальности там стрелка указывает на горшочек. Но не хватает у меня той, на которую я сейчас поставил стрелку. Так, а выйти я могу? Нет. Ну а если под поставить? Опа. Понятно, всего лишь нужно было совместить. Но я что-то взял другое, не то, что я думал. Red Copper Band. А, дверь открылась. Ясно. Смотри, дверь. Должно быть какого-то рода механизм. Так, что я взял? Аксессуар какой-то. А, третий уровень это Spirit Magic дает. Ну то кто будет учить у нас? Минк? А Минк что сейчас учит? А, она уже какую-то фигню выучила. Ну пусть учит Spirit Magic тогда.
Так, еще там кто-то что-то выучил, надо посмотреть. Каем у нас. Выучил Crisis Concentration. Стоп. Так он же не это учил. Ладно, пусть это учат. Сет. Антикамень выучила. Что? Линк НВК смени на Б4? Кому? Кому сменить Минг? Не, Минг же там третью спирит учит. Пусть доучит уже тогда антипаралич, что там осталось-то два пункта. Нет, она учит третий уровень Spirit Magic. А, это же другое, это же Skill Link, я понял. А это у кого было? У Мака? Не, у Куки. Кук. А что у нас за третий уровень, четвертый уровень? А, вот это хил и антикамень, ясно. Так, еще раз, что у него тут? Так, учит что-то. Учит что-то. Учит. И все. Ладно. В левую или в правую дверь? Ну, пойдем в правую. Или без разницы, скорее всего. А, нет, разница есть. Угу. Да, он же здесь жил. Но я чувствую, мы сейчас нарвемся. На очередной сон. Соло медицин. Так, с зеркалом ничего нельзя сделать. Давай пластину. О, есть, все. Нашли пластину. Ну и все, бежим теперь. Я тоже забыл, как ее зовут. Если честно, забыл. Стоп, вот это зеркало, да, возвращает? Так, ну я не знаю, сейф на всякий случай сделаю. Мало ли что.
оставим. Угу, видишь, не снап, ничего тут зеркального нету. Все, все так как есть. Спуск какой-то. Ну мы, конечно, вначале пойдем возьмем вот это. О, еще одна фрагмент поэмы. Я вернусь. Это, ну, сложно прочитать. Такое ощущение, что где-то слышал это уже до этого. Интересно, почему? А, тяжело? А какая разница, сложно или тяжело, если речь идет о чтении? Shadow Magic, по-моему, всех атакует вообще без разницы. Так, Дженсен. Ну давай тоже. Не, хотя давай ты форс на вот этого. А книжка сейчас успеет наделать делов, наверное, пока они там скастуют это все. Ну давай такую же книжку. Это хоть вылетит Каймыш, но она не маг. Не, пусть она такую тоже книжку. Минг пусть тогда лечит. Конкретно Кайма. И он тоже пусть Кайма лечит. У кого там некоторые вещи можно украсть, ничего не увидел. Так, а чё Крайм валяется? Непорядок. Почему она форс не умеет? Это третий, что ли, уровень черной магии? Ладно, пусть она вообще себе тогда вылечит. Так, кто там сет окаменел? Ну, ничего страшного. Пусть огнем его. А слово у него там осталось, по-моему, здоровье вообще ни о чем. Да, так что можно уже забить.
is, I've still got a lot to learn. Так, ну там не вижу, чтобы что-то было справа. Так что не будем даже туда ходить, сразу спустимся. Привет, хоббит. О, здесь тоже 4 пластины. А, это они же и опустились, что ли, или что? Так, вижу зеркала. Прочтем. Я один из тех, кто искал солитюд. Что такое солитюд? Интересно. Сейчас я забыл переводчик открыть. А, искал одиночество. Почему ты вламываешься в мою Эрмитаж? Что такое Эрмитаж? А, хоббит, давай, не вопрос. Ну, не сейчас только. Странно. А. Хижина. Чего ты вламываешься в мою хижину? Если тебе нечего спросить, тогда ты должен покинуть это место немедленно. Уединенное жилище, ну да. Ну, стоп. Думаешь, ты можешь видеть мои двери своими глазами, своими глазами? Мой путь одиночества обеспечивает это неприкосновенным, что-то такое. Ну, короче, типа, она делает так, чтобы нельзя было увидеть дверь, да, если я правильно понял. Так, ну типа, если ты все еще настаиваешь, что хочешь встретиться со мной, то ты должен найти ключ к твоим, не понял, фит это же это ноги или что, что-то я не помню, ну да. Ключ к своим стопам. Это, ну, хоббит, ну, напиши там, я потом в скайп, ну, просто сейчас, чтобы видишь, что-то я перевожу, да, как-то немножко не до этого. Так. Следуй символом света и ну, продвинешься. Что-то такое, да? Ну что за фигня? Я не понял ни одного слова из этого. Где эта старая колдунья? За той дверью, я думаю. Но это... вот эта табличка каменная говорит, что мы не можем дотронуться до нее. Нам не разрешено дотрагиваться до нее.
Это оно говорит, ключ в твоих шагах, на твоих ступнях. Так, сейчас. Come to think of it, что-то не могу перевести это. А, да, типа, давайте подумаем над этим. Ну, типа, этот дизайн этого пола составляет гигантские часы. Может быть, два... Что? Как-то, блин, перевести не могу это. Два связаны. А, там наверху и часы, и вот эти часы. Да, и здесь такой же шаблон двери в другую комнату. Давайте попробуем осмотреть это место. By hook or by круг. Не знаю. Ну, короче, так или иначе мы увидим старую эту колдунью. Так. Что с этим можно сделать? Ничего. Там яма. Оп, за зеркалье можем уйти. О, это еще телепорты. Тут нападают тоже, наверное. Странно, нет смысла туда заходить. Что там за скрин? Сейчас посмотрю. Что это такое? Я не знаю, откуда это скрин. Так, непонятно пока. Зеркала, зеркала. Куда ведут? И смысл вот здесь. Перепрыгнуть он не хочет. Кстати, походу не нападают, что ли, тут? Не, стоп, а вот там рука, она ничего не это? Или что там? Такое, не, ничего. То ли мне просто пока не выпало, то ли здесь не нападают. Это Resident Evil 6, но я просто вообще не играл в Resident Evil 6 никогда, поэтому я не знаю. Ага. Что-то увидел, надо нажать. Но где это было, я уже не помню. Ну в четвертый тоже сходим. Ясно. Ну это вроде второе было. Нет, это было первое. Или это было второе и там через зеркало. Да, это второе, походу, было, и там надо пройти еще в одно зеркало. Так, сейчас минутку.
Так. Сейчас переключится монитор. Он где-то тут был. А, вот этот переход. Угу, сундук. Год дес медицин. Что это такое? Нельзя использовать. Мисикал медицин зачеваются. О, стоп. А, он это поднимает персонажа с полным здоровьем. Интересно. Первый раз такой предмет попался. Ладно, зайдем теперь в это зеркало. О, еще один сундук. Отлично. Лост? Что за лост? Магия какая-то. Сейчас посмотрим, что тут еще. Ничего. Так, спеллбук. Lost. Это Spirit Magic. Expels one enemy away from the battle. А, выкидывать одного врага с битвы? Прикольно. Так, и хорошо, и что дальше? Непонятно. Я вроде же все оббегал уже. Тружников, переключателей вроде не было больше. Не, ну да, снаб, ну конечно, всегда новое что-то интересное, почему нет? Оп, понятно. Не могу даже подойти туда. Так, ну походу я могу вернуться, да? А, да, могу вернуться. А, не, ну я не могу достать эти камни. Так что нет смысла возвращаться. Эти я тоже не могу достать. Расположены они, по-моему, в таком же порядке. Сейчас посмотрю. Так. Да, в таком же порядке. Ой. Что-то не ясно пока. Если бы можно было хотя бы взять эти таблички или что-то с ними сделать. Может, обратно переключить надо? Хотя смысл. А, я не могу даже обратно переключить. Так а смысл направления, если я уже везде был?
Не, ну перепрыгивать расщелины, в принципе, смысла тут нет. Я вроде бы так или иначе через зеркала по всем уголкам здесь могу бегать. Да, свет всегда из одной и той же идет, и стрелка всегда на ту же указывает. Но в общем это идентичное все на полу. Хотя стоп. По-моему, светится на разных все-таки. Горшочек. Потом какая-то это. Круглая штука, потом лук. И на это светится. Здесь. Да, светится другая. И они расположены все-таки в другом порядке. Ну что бы это значило? Не может же здесь быть, что нужно в определенном порядке войти на них? Или чем-нибудь такое? Может быть, надо в доме опять эти стрелки переставить за зеркалье? Но мне кажется, вряд ли будут такое делать. Кстати, можно опять сейв сделать. Люблю сейвы часто делать, даже не столько из-за того, что там, типа, проиграю или что-то, здесь все равно чекпоинты есть, а именно из-за того, что, ну, мало ли, электричество отключит, еще что-то, у меня и БП нету. И как бы, чтобы не терять, если что, прогресс. Очень сомневаешься? Ну, я тоже сомневаюсь. Ну, а есть какие-то еще идеи? У меня нет. У меня нет больше идей, если честно. Блин. Туда не могу по-прежнему войти. А, она вообще закрылась, ясно. Ну да. Так, ну они вдвоем, тактика уже известна, они вдвоем книжку делают. Это кастует на всех. Это призму. И он тоже призму. И пока они там кастуют за два хода призму, эти еще раз вторую книжку уничтожат. Радака ему грохнуть сейчас могут запросто. Сейчас книжка скастует на Кайма и печалька будет. Не на Кайма, но тоже плохо. Ну все, они книжку добивают. Это континио, континио. Да за какие стрим, не знаю. Ну, хотелось бы понять, куда здесь идти. Там, вероятно, волшебница босс будет, ну, наверное. Я не знаю, но как бы, да, давно не было босса вроде никого.
Пусть он поднимает куб. Так, она, ну не знаю, Defend. Выучил Turntail, Сет выучил антипаралич. Ясно. Может, с этими дверьми что-то теперь? Так, сейчас я скиллы посмотрю, что там выучили они. Ну пусть вот этот камни учат. Ну пусть вот это, хотя она даже не маг, ну тут больше нечего особо ставить. Ну ладно, пусть вот это. Надо проверить те двери. Вдруг что-то случилось с ними. Нет, ничего не случилось. Ну ладно, сейчас опять бой будет. Наверное. Не, не было. Достали все-таки. Так, этих физически... А, полечить забыл. Ну, косяк. Пусть это Defend. Shadow. А, на хилу на Кайма. Ну и призму. И даже увернулся, и контратака неплохо. Ну, камень промахнулся. Но он добьет. Так, Минг. Ну давай еще Shadow. Хотя нет, ладно, пусть она одиночный. Так, Кук себя лечит. А, он там еще призму докастовывает. Так, что тут? Недобитый один.
Вон, добьют. 280, ну, добьют его, я думаю. Можно не лечиться особо. Но это мимо. А, нет, она физически тоже получает. Ну ладно, что-то я думал, что нет. Ага, Минк выучила спирит третьего уровня. Так, что там она выучила? Это она из предмета, да, выучила? Угу. Теперь ей нужно... А где белая? А, белая четвертый уровень, тут другой учит, да? Сет, что ли, учит? Нет, а кто учит? Никто не учит? А, это же Link Skill, все, я понял, куплю. Кстати, как там прогресс? Ну, нормальный прогресс. Так, ну пусть это... Ну пусть это от пролича учит, особо нечего тут учить, так. Итак, ну и что тут делать? Странно, там было сказано про то, что... Ну сейчас она выучит то, что она учит. На карту, если посмотреть, то у нас как бы получается 4 блока, и у нас 4 изображения на картинке. Может быть, как-то с этим связано. Так, ну-ка, если зайти в первый, то где мы по карте будем? Ага, в нижнем левом. Здесь, в левом верхнем, по часовой стрелке, да, видимо. Так, ясно. Хоббит, так это же JRPG. JRPG динамичные, по-моему, не бывают особо. Тем более, как видишь, здесь как бы, типа, загадки. Если смотреть по часовой стрелке, то следующий идет вот этот вот символ, ну, справа. Где он у нас такой находится? Чтобы он светился, надо посмотреть. Нет, не здесь. Вот он, да, светится? Да. А следующий идет круглый.
Это там идет круглый, а здесь. А, ну да, следующий круглый идет, он как раз таки здесь. Хотя нет, он. А, кстати, он должен где-то еще светиться, получается. Не, ну это я так просто предполагаю, у меня логика особо такой нет, какой-то стратегии. Вот он, кстати, здесь такой же светится. А и в той комнате что это, куда мы попадаем? А, это мы попадаем опять в верхнюю правую. Здесь мы попадаем в нижнюю правую. И в нижнюю левую. Чё, какой светится в, светится в комнате, значит, надо идти в зеркало, где-то символ светится. Ну, это вот она и есть, по-моему. Смотри. Видишь, вот здесь светится. Светится, ну, вот этот такой, типа как месяц, что ли, ну, не знаю, круглый. И здесь вот он светится. Не, взять ничего нельзя. Ну вот здесь он же светится. Стрелка всегда указывает на вот этот символ, где горшок, так что это тоже не в этом дело. Вот в этой комнате у нас светится вот этот символ. Лук. Будем так называть. Кстати, а что там нарисовано на этой плите? Ну, ничего существенного, я так понимаю. Здесь у нас светится вот, другой. Нет, тут такого вроде бы нету, что вставить на предметы и что-то из инвентаря активировать. То есть он либо сам активирует, либо никак. Кстати, у меня тут есть же предметов, вот эти фрагменты, может быть, на них что-то написано. А, я даже не могу их прочитать, кстати. Да, странно, что эти предметы не... только внизу там описание есть и все. Никак подробнее посмотреть нельзя. На камне написано вот, ну, то, что я уже читал, ну, то, что вот она искала одиночество, что-то типа, зачем ты вторгаешься в этот дом, ну, короче, ты хочешь ее спросить, покинь это место, ну, вот, и здесь написано, что ты, типа, не можешь двери увидеть глазами, ну, понятно, что мы не можем туда пройти просто так вот в эту дверь. Вот, you will find the key at your feet. То есть, возможно, на них надо просто вставать. На эти камешки. Ну, как бы, может, ну, не знаю, светящиеся в каком-то порядке, может, так. Вот, follow the symbols of light и proceed with order. Ну, в принципе, об этом и сказано, если честно. Но только в каком порядке, тогда непонятно.
Так, не то. Где у нас там этот светится лук? Нет, не то. Он, да? Ну, допустим. Следующее что? Горшок. Здесь вроде был. Не, не здесь. В первой вроде. Да, вот. И последний. Вот здесь, да? Оп. Внезапно. Типа, ну, это что-то произошло, я уверен в этом. Чувствую магические вибрации в воздухе тоже. А, все еще не можем пройти. О. И чего, надо теперь то же самое, что ли, повторить? Только начиная с другого. Ну, я уже не понял, где эти были. Надо запомнить. Так, здесь у нас что? А, лук этот. Здесь у нас. Ясно. Или нам это и надо? А, нет. Это то, что сейчас светится. Может, кстати, на него встать надо? Я не помню, я вставал там на первый-то или нет. А. Вон как. Да, за дверью по-любому босс, я тоже так думаю. Так, это было вот тут, я помню. Горшок. В первый, да, вроде. Ой, камешек сломали. Ясно, но это по-любому сейф. Не, стоп, даже не так. Перед сейвом надо вылечить все. А, тут можно даже зефиром, пожалуй. Мана закончилась. Так, ему тоже мана. Минг мана. До отказа всех вылечили. За дверью одно из двух. Либо босс, либо очень длинные диалоги и еще сон. Либо и то, и то, и то. Thank you.
Просто два диалога, потом сон. Just a moment. The magic energy is strongest here, on the other side of this door. Ну, магическая энергия очень сильная здесь, по ту сторону двери. She's here. Она здесь. I feel it too. Я чувствую тоже это. Пошли. Привет. I have a favor to ask of you. Я хочу тебя спросить. What? So как грустно. What the? Что за магическая энергия, она выходит. You mean you don't know? Оно идет. Что она делает? Она атакует себя. Тут грустно. Дайте мне отдохнуть. Она сумасшедшая, вот почему. Она умрет, если будет продолжать. Если она умрет, то как мы снимем печать в черной пещере? Остановите ее. Слышал меня, останови ее. Так, это даже непонятно, босс или это какая-то интерактивная катсцена. Ну давайте на всякий случай в Defend, на всякий пожарный. А пусть уже Минк разбирается. Так ее атаковать надо или лечить? Я атаковать могу вот эти штуки, вероятно. Ну пусть, не знаю, призмой. Крик. Они, у них элементы разные, то есть еще там может быть неэффективна магия. Босс, который убивает сам себя. И мне это, этого не надо делать. В смысле, мне это невыгодно. Так, давайте тогда физическими. Так, что у него? Элемент ветер, земля. Ветер, вода. А физический урон вообще по ним проходит, интересно? Да, ее лечить надо, но не Каймом точно, и не Сет. Еще ответ на урон. Лечит кого-нибудь еще, да? А, нет, всем эффективно. А, вон полечил кого-то. Странно, призма лечит. А поскольку у них здоровье? Так, все, кто-то лечит ее. А чё, один сдох, что ли? Да, ну а кто призме принадлежит, или как это сказать-то? А нас-то она вообще не атакует, походу, да? Сто 164 добьет.
210 добьет. Лечи. Не. Ты будешь не лечить. Ну давай. Рискнем. А, вон они огненные там все. Ну давайте водой. Но они, правда, сейчас сменят, возможно. Ну и пофиг. Вот Кук уже вылечит своей хилой. Не могу я лечить. Не могу лечить. Так что нам это на скорость, босс. Так, скилл. Кастинг саппорт. Дженсену. И он форс использует. Против вот этого. Блин, чат прочитал. Не забыл нажать. Все, один растворился. Так, кого-нибудь еще сможет добить? Во. Не, пусть вот этого убьет, потому что Сет быстрее ходит. А Дженсен теперь с одного хода призму сумеет. Не добил. Ага. Один остался. Неудачно. Ну чё, атакуют все, кто могут, чем могут. Преимущественно вот форс. Ну форс по-любому бьет. Ну они что-то физически добьют, по-моему. А, нет, там 700 с чем-то что ли, да? Так. Все? Или еще что-то? Внезапно. Сара! Что? Это Сара? Это наша мама? Наша бабушка? Сара. Сара, это я, Кайм! Сара, это я, Кайм. Тебя не помнишь? Я убил ее, я не смогла сохранить ее. Это она про дочку, да, наверное. Не успеваю немного уловить. Забудьте меня, я извиняюсь. Дайте мне уснуть.
музыку где взяли. Ну, короче, если кто не понял, их и мама же говорила, что это то вот колыбельная им пела ее мама, то есть вот Сара. И, соответственно, она ее знает. That's good, right? She's back to herself again. I loved you once. And I still love you. You remember? No. My memories are gone. But you, I know you're my husband. I know what we left behind in this house. Journal I kept. I know you are kind. The only man I've ever loved. I've been waiting for you. Ну, я думаю, тут без перевода понятно. Она ждала его и так далее. Она только помнит то, что он ее муж, и все, больше ничего не помнит. Even though Gongora erased her memory, Sarah was driven back here by the longing in her heart and returned to her home. Home spirit called to her. I could live here. The journals she left behind provided a record of her 1,000 years of living. Nice. Welcome home, Kaim. I remember you. I remember how much I loved you. Part of me knew that I loved someone. With all of my heart, even though I had no memory of just who it was. That and the feeling that I'd lost someone precious to me. That would be Liram. Liram? Our daughter. Ну, типа, она помнит, что Лиром это их дочь. Он говорит то, что она больше не с нами. Она была нашей матерью. И она нам пела эту колыбельную. Ну, мы и спели две для тебя, бабушка. My
journal kept me living in the past. Now my life is full once again. Because our daughter has given us these beautiful grandchildren. Everything that happens from now on will make new memories to live in my heart. Don't you think that's wonderful? Being surrounded by these mementos is what helped me wait for you. Nice picture, click. Oh yeah, what a woman. Fine. Так, ну вот такая история. Нашли мы бабушку. Чё, она с нами? Она с нами. Ништяк. Она потокеры. Ну, понятно, это можно даже не проверять. Потому что раз она до сих пор жива и молодо выглядит. Скилл. Да, она потокер. Да, пусть дети отдыхают, хотя... А, на 25 уровне? Ничего так. Да подожди, ты что такое? Change. Так, что ей там экипировать можно? Ну, во-первых, можно у Кук снять там все, что у нее есть. Понятно. Ну, атака у нее ни о чем, то есть она, у нее рот, как у Дженсона. Так, кольцо. Ну и что, так я могу у детей эти скиллы забирать, научить. Какой мотнявый сжигатель крыс, вообще не понял чем-то. Адамантиновое ей кольцо или... А, или вот это кольцо, наверное, ей надо дать. Да, пусть вот это кольцо, наверное, берет. Так, а что она, посмотрим, какую она магию уже умеет. Четвертая синяя, это, синяя, черно-белая. Антикамень и релакс, рекавер СМП, когда дефенд. Подожди, так это же нормально, это белая... Белая четвертого и черная четвертого уже есть. Причем в одном скилле. Кстати, это скилл... нет. Получается, никто не сможет это выучить, потому что не, от потокеров нельзя учить скиллы. Не, левел... А, не идет, да, маг 22 уровня. Так, стоп, я ей забыл, что я экипировал, да, ей что-то? А, не экипировал ей ничего. Значит, ей тогда спирит нужен третьего уровня, да, наверное? Ну, пусть спирит... Ну, учитывая, что Сара постоянно, ну, в смысле, хотела себя убить и атаковала себя, то, возможно, ей понравится что-то новое, лечить себя и других. Давай с такой логики исходить. Тогда ей, в принципе, спирит вообще не нужна. Да, ей лучше что-нибудь другое. GC, может быть, восстанавливать. Или МП, ну МП там фигня, восстанавливает мало.
Так, красиво, так, спереголу, не то. Или HP, когда Defend. Ну, нету такого тут увеличения скорости. Ну, только когда критическое вот это вот. Ну, хорошо, ну пусть тогда это выучит. Так. И Skill Link. От Кук, наверное, пусть берет. Либо Prayer, бесплатное лечение. Либо Angel Heart. Я думаю, Angel Heart это увеличивает количество HP восстанавливаемого. Вот. Что-то надо обшарить комнату хоть. Тут не нападают, я надеюсь. Потому что предыдущие же не нападали. Но походу все, мне из особняка надо уходить. Да какой спирит? Зачем ей этот спирит нужен, если она лечит, ну? Ну, выучил. Так, сейф. Восстановление ГЦ в спирите? Не, нет такого вроде. Это мы другие умения там, типа, когда дефенд, то все это восстанавливаешь. Сейчас посмотрим, что тут. Если, ну, то есть... А, ладно, катсцена, смотрим катсцену. Сара, мы должны попасть в Готсен Капитал. Ну, в столицу, да, Готсена. Мы хоть, ну, типа, ты можешь помочь нам распечатать Black Cave. That seal was set to prevent an invasion by Gotsa. So that Tosca wouldn't be caught up in a war. А, все-таки был такой навык, ну ладно. Так. Эта печать была установлена, чтобы предотвратить вторжение Готса. Вот что. Что последнее не понял, что-то. Странно, последнее не понял. Тоска, чтобы не была вовлечена в войну. А, ясно, ну ладно. Да, просто... А, в смысле, да, но ты это... Просто, я, ты знаешь... Твоя голова была повернута не в ту сторону? You acted to protect others. Даже если твои воспоминания потеряны, ты все еще можешь защищать других. The longer we leave Gongora to his own devices, the more children like ours will come to harm. Help us, Sarah. Longer, не пойму, как здесь перевести. Ну, мы покинули Гангору. С
его девайсами, ну, устройствами, не понял. Короче, опять смысл этого предложения не понял. А, чем больше мы оставляем Гангору, ну, типа, ну, короче, у власти, да, то тем больше детей, таких как наши, типа, пострадают. Помоги нам, Сара. Пошли. Ну, ну да, почти так я перевел. Ну, вот видишь, ты же исправил. Но я не буду вслух повторять, оно там в чатике видно. Так, ясно. В общем, до первого сейва. Идем до первого сейва и все. Ну, все. Дошли до первого сейва. Твоими девайсами берите дети. Вот, ну и все, собственно, на этот стрим заканчивается. Да, сегодня не было ни одного воспоминания. Правда, была загадка вот эта, которая немножко напрягла, так скажем. Вот, но тем не менее, если есть вопросы, пожелания, предложения, жалобы, можно писать в чат. Ну все, всем пока.